В субботу в Петрозаводске открылся республиканский этап всероссийской акции «Вахта памяти 2019». К вечному огню пришли поисковики, те, кто помогают семьям погибших воинов Великой Отечественной, узнать подробности подвига их родных и близких. Несмотря на нетипичную для конца апреля снежную погоду, у мемориала собрались десятки молодых людей. Напутствовать их на непростую работу пришли премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик, депутат законодательного собрания Валерий Шотуев, председатель республиканского совета ветеранов Николай Черненко. За то, что вы делаете, вам низкий поклон. За то, что вы сделаете еще, вам слава. От имени Совета ветеранов Республики Карелия желаем вам, дорогие поисковики, удачи, успехов. Семьи ждут имена бойцов, останки которых вы найдете.